Не спасли меня ангела! Tabes et felli sono tumuit armis venit pluviali. Vel focibis aida mores necne? Хекрест? Моя повозка сломана. Эти яблоки так сочны, их нужно съесть, пока они не сгнили. Яблоки рассыпались. Да, увы. Дьявол наслал на меня бурю, и вот что вышло. Но я сумел спасти самые лучшие. О, как эти яблоки тают во рту! Вкусишь и ощутишь Божью благодать. Что в них особенного? Яблоко есть яблоко. О, позволь не согласиться. Видишь ли, каждый год мы идем к Хамме, чей дом к западу отсюда. Хамме? Чей дом к западу? Да, мы зовем его Молотом. Яблоки у него с приятным привкусом железа. Мой друг уже наверняка вернулся оттуда и пирует. А меня постигло несчастье. И повозка разбилась. А спину скрутило узлом, как у дряхлого дуба. О, благодарю тебя за помощь. Я буду рад поесть этих яблок вместе с тобой, когда мы встретим твоих друзей. О, конечно. Разделим этот дар Божий. Как чудесен привкус железа. Так приятно после долгого поста. Поста? Вы голодаете во имя вашего Бога? Да, в знак верности Ему. Боремся с искушением. Но теперь нам можно вкусить плоды Его трудов. Отведать яблоко вместе с другом. Высшее удовольствие. Да, порой очень приятно спокойно насладиться яблоком. Судьба часто бывает к нам неблагосклонна. Нужно радоваться простым вещам. Я так рад, что ты встретишься с моим другом и поешь с нами яблок. Как славно идти вот так. Это будто паломничество. В конце нашего паломничества мы поклонимся святому Гутлаку. Утонем в благодати. Мы на месте, в нашем святилище. Присоединяйся к молитве и ешь яблоки. Окунись! Лишь так можно благочестиво вкусить плоды трудов Всевышнего. Хвала Ему! О, брат Хольфольд! Ты кого-то к нам привел? Я рад, что ты вернулся! Нужно поговорить. Ты заплатишь!
тебе в спину! К победе! Обходим! Тебе не сбежать!
найдем врага!
Нужно быть осторожнее.
Покажи мне. Thank you.
Эй, вы, узники одежды! Жалкие любители прикрывать свои чресла! Знайте, мое имя — Винчел Безрясный! Почему ты голый? Полный отказ от ношения одежды приносит мне радость. А теперь меня изгнали из братства ногих праведников. Ногих? Вам что, нравится ходить без одежды? Именно. Мы любим обнажаться, подобно грекам и римлянам. Но я, по мнению многих... слишком это люблю. Я без одежды молюсь, ем, тружусь, хожу по улицам и тавернам. Везде. Иисус любит такую чистую наготу. Но братство, основанное мной, меня отвергло. О, если бы я мог отомстить, украв их одежды и оставив ногими навсегда. Он пера, Питер! Прекрасная душа хочет к нам присоединиться. Мы кладем сюда нашу одежду. Можешь положить свою? Положи! Эй, хватит! А ну верни!
Здравствуй, Дан. Приветствуем на празднике наготы. Мы рады всем, кто раздет. Присоединишься? Я встретил основателя этого братства. Что с ним такое? А, Винчел. Да. Он чересчур этим увлекся. Стал просто одержим обнаженной плотью. Нам пришлось его прогнать. Мне и в одежде хорошо. Я, пожалуй, откажусь. Что ж, тогда оставь нас. Позволь насладиться свободой. Теперь вы наги навсегда, как Винчел и хотел.
Теперь они примут твои идеи. Да. Тебе удалось отомстить за меня. Чудесно. Теперь они будут вечно наслаждаться наготой. Кстати, я подробно описал свое учение. Составил бревиарий о красоте обнаженного тела. Почитай на досуге. Прощай, Винчел Гологрудый. Yeah.
И с водой, и с чем там еще? С облаками, с горой. Чем это пахнет? Эти штаны мне велики. Бузина! Уймись, болван. Подожди, пока придешь в себя. Тише, друг. Похоже, ты съел что-то, что не пошло тебе на пользу. Я закончу сагу и прославлюсь. А, как на лучшем из скакунов. Вперед к моей верной подруге! Если я не остановлю его, это сделают за меня. Побуду рядом, скоро он устанет. Бдительная тут стража. Не страшусь никого! Если на мой вызов ответят боги, пусть! Я покажу им свой гнев! Эта тварь будет молить о пощаде! Рублю на куски! Я схлестнусь с любым врагом! И двуногим, и четвероногим! Покажитесь, если осмелитесь! Я не чувствую губ или носа. Почему солнце-то? Будешь продолжать в том же духе, кто-нибудь тебя прикончит. Ясно? Совершенно ясно! А теперь прочь, я должен исполнить свою судьбу! Я не чувствую губ. Или... Мне что, придется тащить тебя обратно? На меня накатила волна усталости. Я так устал! Нет смысла спорить с моим наследием. Как сказал один мудрец, спорить все равно, что мочиться против ветра. Эх, видела бы меня матушка. Моя сага завершена! На зависть всем скальдам, что были до меня и будут после!
Еска. Твой скальд? Боги. Он мертв? Нет, хотя должен быть. В этот раз ему повезло. Брызни в него водой, но близко не подходи. Его будет здорово тошнить. Спасибо за совет и помощь. Теперь мой черед возиться с ним. Ладно. Как тебя зовут? Мэй. Эйвор. Почему тебе так важно это дерево? Из-за листьев. Отец сказал, что вернется домой, прежде чем упадет последний лист. И остался только один. А отца все нет? 6 недель прошло. С тех пор, как он ушел в Линкольн искать работу. Лучше бы он остался. Еще хоть на год. Он решил, что поля не взойдут, но мы бы постарались. Твой отец, видно, честный человек. Он хотел позаботиться о тебе. Он наверняка делает все, чтобы вернуться. А значит, надо надеяться. А вот так убиваться просто нет смысла. Ну, что мне делать? Начать жить так, словно он вернется завтра, что бы ни случилось с этим листом. Да, я так и сделаю. Отец сказал бы то же самое. Спасибо, Эйвор. Может быть, надо еще подождать? Пока козы не заблеют или еще чуть-чуть? Продолжай жить, Мэй. Когда-нибудь все будет хорошо.
Не стоит привлекать внимание. Ugh!